Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос сам я зачитывать, пожалуй, не буду, потому что он такой довольно интимный. Вот, содержит в себе информацию, которую человек не хотел бы, наверное, распространять вот среди аудитории, выходящие за пределы целевой. Вот. Поэтому я оставлю, так скажем, содержание вопроса за кадром, да, потому что, ну, я думаю, так будет этично, я думаю, что так будет правильно в этом смысле. Вот, дальше. Значит, здесь вопрос касается того, что человек, ну, позволил себе некоторые вещи, да, человек позволил себе некоторые моменты, вот, которые в итоге обернулись достаточно болезненно для него. Вот, в том числе обернулись для него достаточно тяжелой травмой, да, как бы не только вот травмой психологической, да, но и травмой, к сожалению, вот физической. То есть физические травмы тоже здесь вот, ну, присутствуют, к сожалению. Значит, что хочется сказать, да? Здесь два основных момента. Первый момент – это то, что у вас есть проблемы с личными границами и самооценкой. Вот многие вещи, которые вот, ну, которые вы вот делали, да, и многие вещи, ну, которые, из которых вот вы, которые вы совершали, судя по тому, что вы описываете, делались вами из, ну, как бы, вот, страха, что вы будете, вот, ну, какой-то не такой, да, и страха, что про вас вот что-то подумают, вот, и, значит, соответственно, когда происходит вот такая поведенческая модель, да, то ничего хорошего, вот, как правило, из этого не получается. Вот. То есть вот первое, на что вам нужно, ну, как бы обратить внимание, да, это именно на то, что вы себя вот как-то, ну, как-то обесцениваете. Вот. Это первое, пожалуй, о чем хочется сказать. И, собственно, с чем можно и нужно вот, ну, ну, поработать. Это первое. Второе, это то, что вам, ну, больно. Да, то есть вы вот в этом, ну, как бы, в этом смысле вы вот чувствуете боль, вот, и, ну, как бы, соответственно, что делать с болью? Да, боль нужно проживать, то есть сейчас вот единственное, что вы можете сделать, да, это вот, ну, проживать боль, которая у вас есть. Вот, это тяжело, да, то есть это нелегко для вас, это болезненно, но это вот то, что вы можете сделать. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд, сейчас. Вот, и, соответственно, в этом направлении вам нужно, ну, как бы, действовать, на мой взгляд, вот, в
первую очередь. В первую очередь. Вот. Конечно, второе, это вот то, что как бы, ну, нужно вот, поработать над тем, чтобы вот, ну, как бы, подобных ситуаций больше не было. Вот. Потому что, например, тот факт, что вы связались с несвободным человеком, да, то есть человек, находящийся в отношениях, вот, и ваша история в целом, да, она, по сути, вот, не раскрывает мотив, да, то есть почему вы связались с этим человеком, вот, и так далее. То есть, как бы, на что вы надеялись, на что вы рассчитывали, ну и так далее. То есть, это вот, как бы, ну, момент вот такой серьезный достаточно. Вот. И примерно, ну, примерно вот в таком ключе, да, как бы, я думаю, вам нужно, ну, двигаться примерно вот в таком аспекте, как мне кажется, да. Вот, то есть совершенно понятно, что вам больно сейчас, совершенно понятно, что вам тяжело сейчас, да, совершенно понятно, что вам трудно сейчас, вот, и так далее. То есть это как бы, ну, вот, ну, как бы история, вот, пока. Вот, то есть, конечно, к вам много сочувствия в этом смысле. Вот, конечно, к вам много симпатии, здесь много тепла к вам. Вот, конечно, вам, ну, как бы нужна поддержка, безусловно, сейчас. Вот. И то, что произошло, да, это вот, вот это неприятно. Но обратите внимание на то, что у вас как бы имеет место быть чувство стыда, да, у вас имеет место быть вот такой вот сверхважность того, что вы думаете вот о других людях, вот, то есть как бы, но не думаете о себе, вот, к сожалению, опять же повторюсь, да, то есть, как бы, это вот такой аспект, на который вот точно нужно обратить вам свое внимание. И чем лучше вы будете это делать, да, как бы, то есть, чем, ну, сильнее вы научитесь вот, себя чувствовать, да, вот, тем, как бы, лучше будет, ну, в этом смысле, для вас. Вот. Хотя, конечно, вот в этом смысле, как бы, это займет вот, ну, какое-то время в этом смысле. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд, это займет какое-то время. Вот. А вот как-то так. А сейчас, на мой взгляд, ваша задача это вот, ну, сконцентрироваться, да, на том, что, значит, ну, как бы, вот, чтобы прожить вот эту боль, вот, которая у вас имеет место быть, вот. Чтобы она вас как-то отпустила, да, чтобы вы себя вот так вот, ну, не чувствовали, да, чтобы вам было полегче, а дальше вы уже сможете принять решение. Вот. Я бы рассматривал вот эту ситуацию на самом деле как некий такой, ну, как бы, некий кризис, да, вот, все ваши, вот, ну, модели поведения, да, вот,
и, соответственно, ну, увидеть, как бы, то, что, вот, ну, как бы, вот, куда вы можете, как бы, ну, двигаться, ну, вот. То есть, совершенно очевидно, вот, что, ну, совершенно очевидно, вот, что, ну, двигались вы, вот, куда-то не туда, в этом, ну, в этом смысле. Вот, и вот, как бы, такая здесь, ну, такая здесь ситуация, на мой, по крайней мере, взгляд, да, так это, по крайней мере, работает. То есть, мне кажется, что, как бы, в этом, ну, как бы в этом заключается, ну, как бы, суть, как бы, ну, психотерапии. Вот. И, соответственно, вот, в этом, как мне кажется, направлении вам нужно, ну, работать и двигаться. Вот. А вот, надеюсь, что вам мой ответ понравился. Надеюсь, что вам это, ну, ну, было полезно. Вот, надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.